Всем доброго времени суток, дорогие друзья. А что мы делаем? А что мы делаем, вопрос? Ну, мы продолжаем проходить Арк Фаталис, конечно же. А вообще, нам нужно найти тайный вход в храм Агба и уничтожить метеорит. Охерительный квест. Ни отметки, вообще ничего нет. Найс плюс найс. У меня единственная мысль... То есть, ну типа как это, зал советов, то есть в принципе мы же вышли из зала советов, я не знаю, как вариант, можно наведаться, короче, кого же к этому, можем наведаться, получается, к звездочету, к астрологу, или как его зовут, я уже забыл совсем, это же здесь, наверное, нет, а где? Меня. А. Что я наделал? Это тюрьма. Я наверняка обрек на муки свою душу. Чего? Эрцог. Эрцог, если не ошибаюсь. Расскажи, за что ты убил Фалана Орбипланакса? Ты верховный жрец культа Агба. Это он убил? О, пощадите! Не убивайте! О, великий страж света! Я не жрец, клянусь! Я только пытался вернуть свою умершую жену! Поподробнее, Эрцог. Они говорили со мной, но их не было видно в тени. Жрецы говорили, стоит помолиться Агба и совершить обряд, и жена ко мне вернется. А, ну понятно, понятно. Наебунькали мужичка, наебунькали. О, пощадите мою несчастную душу. Ты средневековье, никто тебя не пощадит. Почему я должен тебя щадить? Придумай хорошую причину. Я могу быть полезен. Вход в их А почему храм, его схватили? Железная дверь. Я что-то пропустил? В желтом тюльпане. Они мне и пароль сказали. Фат-ка-пел. Это в этом, что ли? В таверне? О, сюда левел к 100. Эрцог рассказал, что храм Агба под таверной и сообщил мне пароль. Ой, блядь, слава богу, ну просто слава богу, как же мне повезло, ёб твою мать. А, я, кстати, силу-то вкачал, нормально, смотри-ка. Давай так, тогда выносливость, в ближний бой бахну 50, и чё ещё, чинить вещи, так, свойства, делать зелье, также отравлять оружие. Магия. Ну, магия, магия, магия. Ну ладно, давай качнем так вот до сорокета. Ну и сюда тоже двойку вкинем, и нормально. Дэмэдж. Дэмэдж больше стал. Все. Так. Мне дали. Я вообще шел к этому, к звездочету, который мне сразу не понравился. Я хотел вообще из него это выбить какую-то инфу по поводу. Ну, пришел в тюрьму. Поваром. Куда легче. Но в итоге пришел в тюрьму. И в итоге мне повезло. Повезло. А если бы не повезло? А если бы не повезло, я бы бродил здесь целый час. Ища. Ища? А правильно вообще говорить? Подожди. Больше. Ища? Ну да. А как еще сказать? Я не собираюсь. Ну, маромойки эти пришли. Понятно. Ланш. Найди крадость. Верни ее нам. Ходил, бродил бы, искал, куда мне идти, что мне делать. А так нормально, по кайфу. Ты же знаешь, я делаю все, что могу, чтобы разыскать этих бунтовщиков. Вот уже 20 лет они похитили мою дочь, убили жену. Я обещаю. Довольно. Ордену не интересны твои стоны и беды. Спасти тебя от выражения нашего неудовольствия может лишь одно. Нифига ему диктуют правила. Наги, блин. Ебуные. Сестра. Какая она стрёмная. Чинкаш. Черкаш. Останется с тобой, чтобы помогать, как всегда. Сестра Черкаш, нормально. И чё это за мутки, мужичок? Ничего не понимаю.
Что произошло? Не обижайся, но лучше бы тебе держаться от этого в стороне. Это внутренние дела королевства. Ну, я вообще-то полностью... Не позволяй нам задерживать себя. Я вообще-то полностью вмешан в внутренние дела королевства. Ну да ладно. Но, как бы, я все равно пойду сейчас к этому звездочету, потому что я вообще-то туда собирался первоначально. Ну, просто стороны перепутал. Ничего, бывает. Все равно пойду, поди, какая-то еще инфа будет. У него? Ну, мало ли. Мало ли. Попытка не пытка. И не попытка. Это, если что, часть заперта. От большого попыта. Что говорят тебе звезды? Звезды заняли необычное положение. Понятно, короче. Звезды, да-да-да-да-да. Звезды. Ну ты еблан, короче, все понятно, блядь. Все с тобой понятно. Но мне он сразу не понравился. Мне он сразу не понравился. И что нам просто как бы идти теперь по факту, то есть... Не, а если бы я, ну типа, не пошел в тюрьму, то что? Реально, типа, все? Ну, дальше бы я не продвинулся, а мне вот сюда, да, поход в тайный зал Агба. А это здесь разве находится? Подожди. А таверна же не здесь. Таверна же где-то в другом месте, по-моему, была, нет? Или все правильно? Так, так я так и не выйду. То есть мне сюда нужно выходить и вот сюда вот идти, да? Я как-то смогу туда пройти, разве? А мне через таверну не дали в город зайти, блядь? Чё, охуели, что ли? Пусть моё присутствие не беспокоит тебя. А, то есть ты со мной будешь ходить теперь? Амшигар. Я страж. Мне подтвердили твоё право. Пророчество истинно. Ну ладно, хотя бы ты это понимаешь. Ты должен... его исполнить. Я не должна направлять тебя к цели. Да никто меня к цели не направляет. Лучше бы кто-нибудь направил, я бы не против был. Я позволю себе оказать некую ценную помощь. Иди за мной. Я научу. Проходи через стены этого королевства. Проходи через стены этого королевства. А, порталы. Сюда порталы. На Мая. Сестер, есть такая комната. Чтобы воспользоваться порталом. И прочитай заклятие его пробуждающее. Угу. Ты сможешь... А что мне покупать, эти руны нужно будет? Блять, по всем порталам, которые ты уже успел пробудить. Блять, еще и медленно течет, я даже не могу прочитать это, блять, быстрее. Да будет вера твоя в богов силой, что защитит тебя от тьмы. Все, блять, заебало ты. Наверное, тут. В книгу добавлена новая записка, получим предмет. А, мне дали тогда Спациум Мега. Подожди. Все. Так, ну-ка. О, блядь. Подожди, ой, Спациум Мега. И чё? Ой. Подожди, возгорание. Лечение. Ага, вот это. Лечение. Кажется, я что-то забыла. Ускорение. О, ребята, фаст тревел будет. Левитация. Ну, нахер не надо, как бы. Огненная преграда. Волна пламени. Ебать. Подожди, волна пламени. Ускорение. Так, нифига мне насыпали загля... А все мне так...
А чё мне так насыпали жестко заклинаний? Подожди. Как там прочитать-то? Ёпта мать. Ускорение. Блять. Опа, побежали. И сколько действует? Ну-ка. Блять, я не проверил. Сегодня я просто не могу торговать. Я собираюсь закрыть лавку. Может быть, позвать лекаря? Нет, нет, я вовсе не больна. Это все моя дочурка Шаня. Она пропала еще вчера, и у меня сердце не на месте. Опа, квест. Пропала? Она играла по ту сторону площади, около ювелирной лавки, и не вернулась сюда. Около ювелирной лавки? Никто ее не видел. А стража слишком занята. Эти Илсиды с их атаками. Где уж им тратить время на поиски девочки? Я выясню, что случилось с твоей дочерью. О, благодарю. Подожди. Благодарю. Само небо послало тебя, путник. Около ювелирной лавки, да? Так, подожди. Черкаш показал мне тайное заклинание для телепортации через порталы Мега Спациум. Пропала Шани, дочь Марии. Мария умоляет разыскать девочку, она, если она еще жива. Так, давай-ка ускоримся. О, ну-ка. Сколько мне? А где ювелирная лавка вообще находится? Кузнец-банкир. Торговец Таньфок. Уж он там. Около ювелирной... По ту сторону площади, подожди. По ту сторону площади. А где площадь? Это же площадь. Нет, это замок. Подожди, Таньфок. Кузнец... А где площадь? Это типа площадь или что? Не, смотри. А ускорение-то? Как ты что-то слышал? Пойдем поглядим. Что происходит? Книга. А как я так открыл дверку-то? Меня же выгоняли вроде отсюда. Или что? Не, ну я не буду уж. Веревка-то мне зачем? Веревка мне не нужна. Так, смотри, нормально, подожди. А нормально. Ускорение. Так, левитация не нужна. Огненная преграда. Подожди, волна пламени. Посылает волну испепеляющего пламени. Так, ну-ка давай-ка. Подожди, ну-ка давай вот так. Да, блядь, на автокаст надо поставить эту хрень. Да? Я еще не могу сотворить так. Я еще не могу сотворить такое заклинание. То есть мы изучили, но сотворить не можем. Огненная преграда. Ну, это интересно. Вот ускорение тема, лечение, ну естественно. Короче, лечение и ускорение. Все, понятно. Давай тогда так. Ну, пиздец. Ладно. Мега Мовис. И чё, куда? И? Чё? Ну, побежали, чё? Побежали. А, тратится. То есть, пока мана не закончится, я что ли буду бегать? Не, так это прикольно ведь? Подожди, так это прикольно? Это прикольно. Ты можешь, блин, кто-нибудь сообщить мне? Знаете меня? Мне, короче. И банкир Гарри, мой жених. Мне, короче, надо со всеми скоро просто обозреть. Вообще со всеми. И я буду и тогда так же богата и влиятельна, как красиво. Да, конечно. Вы работаете с ним? Работать? Как простолюдинка? О, какая дурацкая мысль. Понятно. Зачем работать, если Гарри так богат? Знаете, это все? Да прибудет с тобой. Гарри, а ты вообще в курсе, что, ну, типа... Так, у тебя что-нибудь есть вообще? Ну, не знаю, там. Что-нибудь есть? Дорого, дорого. Дорого. Так, меч, меч, 5, 5, 5. А у меня какой меч?
Что у меня за меч? У меня же хуйня меч. Я продал его. Он говно. Он уже не дамажит нормально. Че, нафига он нужен? О, давай продам. А, кольцо волшебника. Так и хер бы с ним. Или что? А все за дешево, смотри, продаю. Прям за дешево продаю. Да я еще больше наутаю этого всего дерьма. А, нельзя продать ему это. Блин, ну ювелирному, значит, продам. Кожаный шлем незаметности. Господи, нахер мне этот БДСМ вообще набор нужен? Вообще нахрен не всрался, если честно. Кольчужные поножи. Падажи. Защита плюс 2. Защита плюс 5. А нормально. Надену. А это продам. Сколько получил? Хер его знает, сколько я получил. Ладно, куплю. Да и хрен на эту незаметность. Все, я буду воякой. Я вояка, чисто вояка, блядь. И все тут. Верь мне, друг, я не хвастаюсь. Мои мечи. Я этот меч хочу надеть. У меня это же классный меч. Все, 15, во, нама. Все, что надо. Так, нет, во. Плюс один, защита плюс один. Прочность только маленькая. Только прочность маленькая, подожди. Че, я починить не могу его? Лучше не... Все и так в порядке. А, да? Я понял. Ну ладно. Магия плюс 10. Че это? Дарское кольцо защиты от магии. Слышишь, к магии защиты минус 20%. В смысле? Ты чё? Так, ну это тоже надену. Пускай два кольца будет. Нормальная тема. Так, а тут что-нибудь интересненькое есть? Может, спиздонить что-нибудь? Блин, можно тут, короче, этот, ковать меч прям. Нормальная тема. Мне осталось только этот купить, торс нормальный. И я вообще, это, буду жогать только так. Так, ладно, побежали. Так, я еще куда-то смогу пройти, нет? Мария. Надеюсь, ты все-таки сумеешь ее найти. А че, куда мне искать? Какая, блин, какая площадь? Это площадь вообще или нет? Хрен его знает. Вообще так-то это вообще ничего так на площадь-то не похоже вообще. Около ювелирной лавки. А где ювелирная лавка? А тут у нас что? Бабка молится. Ну ты конченый, да иди ты нахуй, блядь. А, пошел в пизду. Мана закончилась. Ага. Ну нормально, нормально. Так, вот это площадь, что ли, или что? А где ювелирная лавка? Все, три ускорялочки есть. Нормально по собаке ходим. Осуждаю, конечно, осуждаю. Че мне, девочку прям вот так вот в городе искать? Ну я поговорю со всеми. О, мой дорогой Гарри. А че? Ой, твой Гарри, просто ебанешься. Какой же твой Гарри классный, невъебенный, просто замечательный. Подрочить ему, что ли, этому Гарри? За то, что он такой крутой и классный. Или чё? Так. Заходи в магазин в рабочее время. Ага. А если... Ну, чел, ну я случайно, блядь. Ну все, не пизди ты на меня. А чё ты взъелся, я понять не могу. Есть. А, банкир Гарри. Ёб твою мать, блядь. Ну ладно, это F9. А чё? Ну пиздану я Гарри. Ну и все. И будет бомжевать эта мадама. Я же нормально сохранился, у меня же... А, ну все, кольчужные эти. Все, четенько. Окей, четенько, четенько. Где, че она бегала, блин? Куда она бегала? А мы, кстати, здесь не были. Или были? А, ну вроде не были. А, нет, тут точно были. Что-то ювелирная... Где эта ювелирка вообще? Подожди. Не свисти. Торговец тальков. Может, к талькову к этому? Кузнец, банкир. У банкира ювелирка или чё?
другом конце площади. Ну, как вариант, ну только это так близко просто этот торговец фалёк этот. Это просто далековато он находится. Ну это опять же не площадь, правильно? Да помогут тебе боги! Чё, мужички? Да помогут тебе боги! Да вы бы помогли бы хоть... Девочка, может, пробегала, нет? Может, девчуля какая-нибудь пробегала, не видели, видели, не видели. Ну, рассказали бы хоть. А то чё? Чё-то ходите, бродите, у неё занимаетесь. Так это же не его магазин. Заходи в магазин в рабочее время. Это ж его... Это ж его дом, а не магазин. А, ну да, логично, он же дома. Правильно, правильно. Ладно, чё, погнали, короче, в тайный этот храм Агбы. Потом выполним это задание. Может, найдем эту девчулю. Не найдем. Блять, похуй на нее. Погнали, пойдем в этот храм Агбы, короче. Заклинания изучили, ТПшки теперь можем кастовать. Ни хрена себе. Вот это да. То есть мне как? Это, то есть, по механике... А, ну я так не пройду. Угу. Я понял. То есть мне через все окульные пути... А может у меня какой-то этот есть? Какой-то, может быть, там есть что-то такое. Как будто. Ну, ключ какой-то есть. Подожди. Ни хрена. Чё? Ну? Не подходит. Ну и хрен на тебя. Ладно. Погнали тогда через катакомбы. Там я плюс-минус помню, куда идти. Нажимать теперь надо. Это, конечно, очень интересно. Ах ты, блин, душа. Ну-ка, отстань от меня. Ну-ка, отстаньте. Ой, зажали. Тихо. Не надо нам такого. А, так чё, я фаст. Погнали. Тупо на спидраничах. Тупо на спидраничах. Кстати, магию на самом деле можно качать спокойно, просто чтобы бегать. Очень долго и... Ну да. В принципе, все. Просто чтобы... Блять, альтабнулся. Чтобы просто очень долго бегать. А вот это, кстати, локация, по-моему, с таверной, нет? По-моему, да. Моя быть. Что сидит, блин? Че сидит? Хер его пойми. Я еще стал быстрее бежать. Я понял. Нормально на ускореничек. А еще типа, если костану, то еще что ли быстрее буду бежать? Блять. Может, надо вот так? А, ну да, кстати, да. Так поинтереснее. Так будет поинтереснее. Так, подожди, чё по таверне? Где она вообще? Ну? И чё? Проход в тайный храм Агба. А как тут? Как-то в эту... Как-то же в эту таверну можно пройти? Подожди. Вот я здесь, да, сейчас? Это левел 4 будет? Или какой это левел? Вообще, куда сейчас выйду? Ну-ка. Ой, я в тюрьму вернусь. Моя искать другое место. А, не, мужики, мне вообще не сюда. Подожди. Нифига подобного. Мне вообще не сюда. Мне нужно в какие-то, в какую-то подземелье, в которой я в начале как будто что ли был. Где это вообще таверна была? Вот те раз. Хороший вопрос, на самом деле. Хороший вопрос, нехороший ответ. Подожди. Так, здесь еще проход в левел 4. В левел 2 сюда проход. Это прям самое начало проходка. Эта проходка прям самое начало. Это хрень. Нам туда не надо. Вообще. Ну вот еще корком можем сюда пройти. Но вообще, так-то это прям было в начале. Это было прям в начале.
все-таки. Хотя вот катакомбы, окей. Погнали через катакомбы. Там вроде как тоже можно пройти. И нормально. Блять, заранее бинтить, конечно, вот эти все заклинания, это, конечно, пиздос. Пиздос тот еще, скажем так. А по-другому и не скажешь. Ладно. Идем в таверну. Потом из таверны идем. Я вообще туда иду, нет? Ну, шахты. И чё? Так. То есть просто иду прямо и на выход. Ну а чё мне тут пройти-то пару локаций? Я особо, я в принципе столько локаций за игру прошел, поэтому нормально. Сейчас быстренько пройдемся. Дойдем до этой таверны, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. И чё, и все? Крысюк мертвый? Мертвый. На, мана. О, торговец к 100. Может, я тебе суши смогу продать? Подожди. Я очень занят. В смысле? С моим братом. А, чё ты занят-то? Мне вообще похер там, чё ты занят, не занят. Опа, всё. А вот мы и принимаем нормальные шмотки. Хорошо. Так, что тебе еще можно сбагрить? Кольцо давай, конечно, продадим. Разрушение преград. Вот это оставлю. Левитацию продам, потому что у меня как бы на это мана есть. Обнаружение тоже. Хуй пойми, что за залупа, блядь. Лечебное зелье, ну, конечно, сейвим. Книгу, ну, продам, тоже продам. Зачем? Зачем она нужна? О. Вон еще. Так, давай-ка. Продал. Продал. Сколько голды? 1700. Ого. Клинок убийца. 11 урон, защита 3, смертельный удар. Незаметность, требуется сила 14, ближний бой 60. Ебать. Сила 14, ближний бой 60. Ну, а я мне ж по единичке надо. Это 4 левела мне надо качать. Ни хрена себе. Вот те раз. Разрушение преград. Получится, не получится. Ладно. Побежали. Побежали, побежали. Я надеюсь, там будет какая-то проходка. Куда-нибудь хотя бы. Ну, куда-то точно будет. И чё? Тут меня опять на выход направило. Чё, где я вообще, блин? Я здесь, кстати, не был. Кстати, не был здесь. Тычка вроде заряжается быстрее. Нет, с этим мечом? И какой-то меч прикольный. А я здесь не был. Кста. Кстати, я-то здесь и не был. Закрыто. Ну и здесь-то это закрыто. Ну да, ладно. Просто какой-то локейшн. Так. И сейчас просто скастую. Чё по рычагу-то? Да, блядь, ты убери. А чё? Побежали, побежали. Спидраним, спидраним. На мана. Блядь, куда я иду вообще? Ага. Ну это абсолютно не те локации. Это абсолютно не те локации. Хотя... Хотя подожди. Как это не те? А. Ну-ка. О! А, нет. Чё о-то? Обратно вернулся. А может через тех реально этих гремлинов пробежать? Походу, да. Походу, к ним и надо. Ну-ка, ща мы их пройдем. Посмотрим. Да, 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 это ж прям вот эти первые локации. Мне туда и надо. Это таверна там ведь была. По-любому. Так, мужички.
Во-первых, F5. Твоя, может, проходи. Ну вот и все. Прочь, вонючка! Твоя, искать другое место! Ты чё, рофлишь? Урод. Слушай, говно. Моя важная страж вождя Алатар. Моя глупая человека. Что? Открой, говно. А, все. Ладно, а то я что-то это. Я уже думал, они меня не пропустят. Так подожди, это гоблинские, все равно ведь тюрьмы. Подожди. Это прям совсем первая локация. А какого хера? Подожди, а где была эта таверна? Я же прошел вот эти вот гоблинские локации. А вон, кстати, левел 3, подожди, левел 3. Но. Ух ты, блядь! Ходи сюда. А ты чё так? А за что? На, говнище. С двух тычек, смотри, бахну по-любому его. Нет? Нифига ты нормальный. Ну все, 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 все. А не ори. А не ори. Уже без лута. Погнали ко в третий левел. Погнали, погнали. Это где-то здесь, по-любому. Наверное, где-то здесь. Должна быть, по крайней мере. Блять, ну это прям пиздец стартовая локация. Да кого хоть? Это вообще не та залупа. Побежали. Что, заперто? Ладно. Ладно, погнали так. Блять, заперто, пиздец. А чё, рычага нет? Рычага нет. Я понял. Левел 3. Ну ок. Ну ок. А, нет, смотри, туда дальше еще же можно пройти. Давай-ка пройдем. Но-но! Ах ты, блять! Ходи сюда! То есть те меня реально не трогают, остальные все на меня жестко агрятся. Я понял прикол. Я прикол понял. На, блядь. Ну не голды вообще ничего. Че такие бомжи-то, а? Подожди, у тебя что-то можно залутать, нет? 5 очко. Опа-на. Ключ. Какой ключ? От чего? От чего я ключ нашел? Вот вопрос. Интересно. О! Да, я вышел туда, куда надо. Здесь-то верно. Здесь-то верно. Это это-то верно. Все, кайф. Ультра-мега кайф. Все, пришли к таверне. Нормальная выше. Подожди, да тут-то. Там же можно как-то пройти, блин. Нормально срезку же можно найти здесь. Почему нельзя как-то срезать? Там же, подожди, какой-то вот проход, что он какой-то тут что-то как будто вот. Да их. Хуй там. Ага. Хуй там. Ну я понял. Ладно, F5. Ну, добрался. Ведь добрался. Нормально. Все, погнали в таверну. Чисто по кайфу. Мне кажется, что я мог пройти в таверну каким-то, блин, легким путем, если честно. А я какой-то херней опять занимался, что-то бегал, какую-то хуйню с ним. Ну, ладно, 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 ладно. Ладно, 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 хорошо. Вон там какая-то проходка. Ну, вот что вот я вот последний момент опять думаю. Вот какая-то проходка по-любому была, блядь. А, ну тут-то как, тут никак. Тут вообще никак. Ну понятно, ладно. Моя не любит. Я со всеми поговорю на всякий случай.
Знаешь, красавчик, че ты там пизданул? Захочешь поболтать? Сегодня удача с нами! Так. Хорошо, сэр. Ладно, все, они все ФКшные. Ну и все, иди в жопу. Пойду в потайную комнату. Пойду в потайную комнату. Я все сказал. Пароль. Фатка. Пароль. Бать. Мужчина. Ты нормально? Закрой дверь хоть за мной. Так, а что за потайная комната? Сектантское место. Так, ладно, ребят. Мы продолжим с вами в следующей серии. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Увидимся в следующем прохождении Arc Fatalis, в других играх и на стримах. Всем ББ. F5 надо нажать. Всё.